Ну, что могу сказать? Метод работает. Вот зубочистка. И вот начали созревать мои перцы в открытом грунте. Вот зубочистка. Если видно. И вот он, шоколадный Чоко. Ну, вот он, какой урожай. Все прокололо. А вот теплицы. Маркуни Росса. Зеленые-призеленые. Сейчас буду прокалывать. Собираю помаленьку урожай. Огурцы как на дрожжах. Я настаиваю банановую кожуру и поливаю огурцы. Приходится собирать по два раза в день. Утром и вечером. В июне-июле огурцов не было. Как калы разорвали у меня горшок. Очень интересно. Первый раз такое. Пересадила. Вот такой большой купила. Урожай тыкв в этом году. Ну, голубые это выросли. Вот эти оранжевые, это я хотела на один раз покушать. Да, это их нормальный размер. А вот масляные две, это вообще прикол. Что-то с семенами, наверное, было. Я масляные хотела, очень люблю эту тыкву. Ну ладно, в следующем году буду повнимательнее. Одна тыквочка 4400. Так, вторая 4500. Так, эта беленькая 3700. Сравниваем с результатами прошлых лет. Ну, неплохо в этом году. Вот так они у меня тут с диваном пока хранятся, как на выставке. Клумбу начала обкладывать камушками. Ну, пока их еще мало. Муж сколки привозит, вот каждый раз понемножку. Где-то там по дороге. Гибискус продолжает цвести. Ух, муравьев там сколько. О, хо-хо. Надо их погонять. 1 сентября. Георгины. Все в цвету. Сентябрь. Наконец расцветает мой гиацинтовый боб. Еще, правда, не расцвел. Начинает только. Мак теперь за забором у соседей. Последний гладиолус запоздалый. Спаржевая фасолька. Я ее очень люблю. Вот еще такой сорт у нас есть. Томаты все еще сидят, но уже цвет спелее. И перчики. Огурцы радуют. Огурцы поливаю банановой водой. И снимаю урожай по два раза в день. Астры. Которые не срезала еще. Эти астрочки сегодня срежем. Роза вся тут расцвела. И штамбовая цветет. Так, как поживают посаженные гортензии? Хорошо. Отводки глицинии. Одну я уже сняла. Там были корни, посадила. Очень хорошо это получилось. Так, сейчас посмотрим, где у нее стручки бобы. Вот они. Вот еще.
Вот глициния укорененная. Мальву мотыляет ветер. Уже отцветает. Там следующее рядышко. Колышек туда переставим. Плодоносит клубничка моя, сорт Temptation. Следующим летом засажу всю эту грядку. Земляника радует. Сентябрь, такое количество ягод. Здесь тоже она вся прячется, но ее много. Ну вот, сколько насобирала. Землянику надо чистить, поливать и кормить. И будет ягода. У малины только начало. Все впереди. В конце сентября. Малина ремонтантная. Просили показать клюкву. Ну вот она, наша клюква. После дождика. Вот такая крупная. Еще не совсем поспевшая. Вот такая. Здесь всего пару квадратных метров. А это укорененные черенки уже. Растет она между двумя голубиками. Вот одна. И вот вторая. В кислом субстрате. Торф там кислый. Биогумусом иногда подкармливаю. И мульча хвоя. И любит воду. Вот и все. Тут росли тыквы. Всю ботву я закопала. И посею сидираты. Это наши яблочки с колоновидной яблони. Подарочек такой из двух штук. И вот оно какое на срезе. Сорт Байба. Колоновидная яблоня. Это наша вторая яблонька. Первые плоды, первый урожай. Сорт Карина. Зимние. Нашу колоновидную яблоньку Байба. Нужно холить или леять. Такие вкусные яблоки. А я ее, можно сказать, заткнула между малиной и смородиной. Зря это сделала.